На филологическом факультете студенты обучаются по специальностям филология, лингвистика, связи с общественностью, журналистика и психология. Психологи в этом году традиционно приняли участие в международной научно-практической конференции «Личность в межкультурном пространстве». Проблемы, которые обсуждают участники из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, особенно актуальны в свете интеграционных процессов в мире. В этом году представители школы журналистики университета Бордо-3 посетили филологический факультет и дали мастер-класс студентам-журналистам в студии ТВРУДН. Представители французского университета высоко отметили качество работ, представленных на традиционном фестивале студенческих телевизионных фильмов. И в этом их мнение совпадает с организаторами ряда других московских и всероссийских конкурсов. В 2009 году журналисты РУДН взяли сразу несколько наград за газетные материалы и радиопередачи на московском конкурсе студенческих изданий «Хрустальная стрела». Лучшим в номинации телепрограмма стал фильм студенток РУДН «Люди как люди». Еще две работы «Неизвестные герои» и «Сердце отдаю детям» получили специальные дипломы жюри. На всероссийском конкурсе вузовских материалов в рамках фестиваля «Телепрофи» в Саратове программа «Неизвестные герои» снова стала финалистом и была отмечена благодарностью организаторов.